Экс-солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина попала в аварию вместе со своей подругой и коллегой Кёти Топурией, сообщает портал Дни.ру. Как рассказала Топурия во время шоу «Не страшный суд», Серябкина Феррари их общего приятеля. Девушек за незатонированными стеклами узнали незнакомые мужчины и начали преследовать их. Серябкина обогнала автомобиль преследователей и резко затормозила. Тогда незнакомцы врезались в бампер дорогой машины. Виновными в аварии признали мужчин. «Мы сделали пару звоночков, чтобы не стоять и не разбираться. Им как бы наказание такое, моральное и финансовое», — заявила Топурия. Серябкина на шоу призналась, что ни о чем не жалеет. Ранее Пригожин разнес Темникову за скандал с Серябкиной и Фадеевым.